Здравствуйте, уважаемые казахстанцы! Я Измайлов Сергей, являюсь участником инициативной группы Йоркомитета по созданию оппозиционной партии «Алга Казахстан». Я хочу сегодня поговорить о том, что в большинстве странах называется средством передвижения. И только лишь в одном современном Казахстане это роскошь. Конечно, автомобильный транспорт. Как знаете, в Казахстане автомобильный транспорт немножко помолодел и стал старше чуть 20 лет за счет 2015 года, когда курс рубля был ниже 3 тенге и отсутствовал утилизационный сбор. Многие граждане завезли себе автотранспорт. Второе омоложение автопарка произошло совсем недавно за счет завоза машин из Армении. Давайте сравним соотношение цены и стоимости автомобиля, скажем, в Германии и в Казахстане. Так, например, 19-летний автомобиль в Германии стоит чуть меньше минимальной заработной платы. В Казахстане вы можете купить аналогичного возраста автомобиль, собранный у нас в Казахстане, чуть меньше 60 тысяч тенге? Конечно же нет. В Казахстане, чтобы купить даже подержанный автомобиль, многие берут кредиты. Вы спросите меня, почему такая ситуация происходит? Ответ на поверхности. Коррумпированная власть. Спросите, что мы можем сделать? Для развития нашей страны нужно бороться. Вместе мы можем добиться улучшения жизни казахстанцев. Призываю вас присоединиться к инициативной группе и финансово поддержать деятельность партии «Алга Казахстан». Сбор осуществляется на счет Жасарала Куанышалина.